Ливневая канализация в городе за долгие десятилетия пришла в крайне изношенное состояние. Оказалась забита грунтом и мусором. Все это стало одной из острых коммунальных проблем Владивостока. Самые проблемные участки особенно хорошо видны с приходом тепла и циклонов. Стоит пройти ливневым дождям, и эти места можно только проплыть. Касается как городских дорог, так и жилых домов. Эта проблема много лет была актуальна для жителей многоэтажек на Фадеева. Но это лето для них уже должно пройти в сухую. От граждан поступали жалобы неоднократно, что придомовые в затопленном состоянии, особенно во время тайфунных дождей. То есть система ливневой канализации практически там была забита на 100%. Ну и... согласие главы города Владивостока были выделены деньги в рамках программы восстановления ливневой канализации на территории города Владивостока. И в этом году заключен муниципальный контракт и выполняются эти работы. Как говорят специалисты, подтопления пятиэтажкам уже не грозят. Местные этих слов ждали более 20 лет. Проложено порядка 800 метров труб, установлено порядка 30 дождеприемных колодцев, 30 ливневых колодцев. И планируется еще примерно 1200 метров. После завершения укладки труб у нас будет восстановлено полностью благоустройство района. Помимо ливневок, в порядок на Фадеева решили привести системы центрального отопления и горячего водоснабжения. Капитальный ремонт канализации еще пройдет по улицам Днепровской, Коммунаров, Володарского и Героев-Тихоокеанцев. По этим адресам уже началась промывка сетей. Алина Черненко, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.